Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и добро пожаловать в Mortal Kombat 11. Сразу, пока вы не забыли, попрошу вас подписаться на мой YouTube-канал. Осталось до миллиона подписчиков совсем немного. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И это Соня. Соня Блейд играет против меня. О, она... Да ладно. Интересно. Теперь мне надо ее дозонить. Да, но она зафейлила, видите, комбо. Она комбо зафейлила. Оу. Вот это будет больно. Интересно. Тут она уже выигрывать начинает. Опять этот оверхед, да? Ну, она перепрыгивать будет эту комбинацию, наверное. Я так полагаю. Оу. Оу. Отлично попал. Так. Потолка. У Китаны очень мощные напрыжки. Надо сказать. Очень ее напрыжки неудобно отбивать. И это видно потому, как вот Соня их пропускает. Репик на Джонни Кейджа делает противник. У него стандартная вариация для Джонни Кейджа. Сейчас посмотрим, что он тут сделает. Видно, что попал. Так, смотри, опять. Теперь мне просто нужно не давать ему подойти. И все. То есть у меня лидерство по здоровью. Я не даю ему подойти. А, ну тут. Оу. Да, смотрите, какие у нее. А, по ней не попадают? О, слушай. Квиталити. Он понял, что и Джонни Кейдж против моей Китаны ему не поможет.
Итак, следующий противник. Он ждет. А, Скорпионыч. Блин, ну если это Скорпионыч, то мне придется брать Героса, потому что он будет от меня по всей арене убегать. Я не хочу, чтобы этого было. Чтобы это было, поэтому я беру Героса. Так хотя бы мы будем более-менее в равных... В равной этой... Оу. Так, тик-троу. Это у нее не получилось сделать. Проклятые прыжки Героса. Бам. О, это классика. Оу. Я пока жду. Я переждал. Очень аккуратненько. Так. Ага. Стоп. Воу. Вот это сильно было. Хорошо, много блоки. Давай так. Через тагер единичка. Как же много блоков, а? Много-много блоков, очень много блока. Это, походу, бруталка. Так, противник выбрал реванш. Ну, первый матч был прям аккуратненький такой. Он очень много в блоке, поэтому получай крашинг. Еще разочек. Я буду так делать до той поры, пока он не поймет. Это чтобы он в углу остался. Ну это, хотя это Скорпион, какая ему разница, он из угла выйдет спокойно. Давай в другой угол побегаем. О, попал. За поки будешь наказан броском. Оу. Ого. Еще побегаем. Но это тоже бруталка будет. Your death serves Kronika. Beerus wins.
Кабал. Ну, кстати, против Кабала у Китаны хотя бы есть бросок веера в прыжке. Хотя бы. Ну и улетающий и налетающий веер. Что, кстати, никто не использует, мне кажется. Вот я не замечал. Но иногда эта штука помогает. Потому что начинает зонить, например, да? И отпрыгиваю. И делаю вот так. Оу. О. О, отличная напрыжка, да. О, вот я понял тебя. Будет он делать то, что я думаю? Нет, не будет. Он очень, очень агрессивно играет, надо сказать. Он прям кнопки жмет яростно. Оу, настолько яростно, что аж из игры вышел. Ой, какой редкий выбор. Это же Шива, господа. Интерестинг. Так, это новый противник. И посмотрим, чего он за Шиву умеет делать. Стойка дракона, естественно. Куда же без нее? Понерфили прыжок Шивы, осталась стойка дракона. Будет он ее обузить? Ой-ой-ой, попалась. Опять попалась. Воу-воу-воу, там долго так? Захват. В принципе, логично. А вот теперь попробуй. Очень понерфленный прыжок. Ничего не получится, наверное. У нее вот в таком духе. Прям четко, да? В тайминг попал. Хорошо. О, это будет больно. Это сейчас мне нельзя будет двигаться. Во, отлично. Фейтл, вот это я совершенно не ожидал. Я думал, что она снова прыгнет. Но фейтл так фейтл. Ну, допустим. Оу. Ну, давай так, я так еще не делал. Оу. Ой, нифига себе. Все, это конец. Тут она уже ничего не сделает. Даже если бы был изворот... Даже если бы было чуть больше здоровья, изворот бы ей не помог никак. Потому что у Китаны есть... Armor Break. Репик на Шансунга, чтобы я его не зонил. У него будет дрожь.
Еще он будет меня вертикально зонить. Реакции не хватает ему. Оу. Еще раз. Ну, захват он не делает, смотри. Слушай, а я не ту вариацию взял. Я только сейчас это понял. Ой, накажет. Чем наказал захватом? Опять захват. Он тушу у меня забрал. Ну, я тогда ему отвечу репиком на репик. Вы же понимаете, кто это будет? Это будет Саб-Зиро. Почему не Герос? А потому что... Да не знаю, потому что не Герос. Ну, просто Сабу тут будет полегче немножко попасть по нему. Потому что если я за Саб-Зиро попадаю айсболом по Шансунгу, то он от этого сильнее страдает. А, у него же дрожь. Точно. Ладно, неважно. Просто буду аккуратнее. Вот, вот, вот я про это. Ой. О, то есть он будет прям это, максимально, да? Я понял. Вот опять же, видишь, что? Оу. Я мог его и наказать, на самом деле, за фейтл. Я просто не ожидал, что он так сделает. Очень странно было. Но, дружи, он не пользуется. О, все, видишь, все. Это было красиво. Это тоже. О, да ладно, нифига себе, ты что творишь? Ну, да, да, он угадал. Хорошо. Вот это наказывается уже.
Красиво. И бруталка. Все-таки я его переиграл. Итак, друзья, не забудьте подписаться на мой канал. И по традиции вам напоминаю, что видосики сейчас делаются без монетизации, поэтому в описании будут ссылочки на поддержку моего YouTube-канала донатом, на мой Boosty-канал и на мой Яндекс.Дзен-канал. Всем хорошего настроения и всем пока!